2019 год оказался тяжелым для нашей семьи. Тяжело заболел младший ребенок. Полгода мы были с ним в больнице без возможности побывать дома. Наш папа и старший сын, конечно же, сильно переживали. Но, как говорится, каждый страдает по-своему. А наш папа решил действовать. Построить открытую террасу с потрясающим видом. Лишь бы мы только побыстрее вернулись домой. В этой стройке он видел свое участие в исцелении младшего сына. И надо сказать, у него получилось. Кирюша тоже принимал активное участие в стройке. И вот на фотографии они по пути сделали сундучок для игрушек. Вот так выглядит терраса. Нашим папой было принято решение на втором этаже построить еще такую огромную открытую на сей раз террасу. Выход на нее будет из кальянной. Вот это все еще большая терраса. Эта фотография сделана, как только мы вернулись из больницы. Первым делом мы, конечно же, пошли на террасу. И это было потрясающе. Гамак оказался очень кстати, и на него выстраивалась очередь. Именно эта фотография является заставкой на нашем канале. Не знаю, какие эмоции должен испытывать человек, попивающий чай, глядя на такой вид, стоя босыми ногами на террасе, которую сам же и построил. Помимо гамака, для младшего папа сделал люльку подвесную, в которой малыш мог бы спать на свежем воздухе. Конечно же, она пришлась по вкусу и старшему ребенку. Вот, видишь, помещаюсь. Да. Терраса активно используется и в холодное время года. Солнечная южная сторона всегда так и манит на прогулку, даже во время снегопада. Как озаглавил это видео наш папа, служба ЖКХ в деле. Я думаю, это видео с нашего места силы не последнее. Будем и дальше показывать, как мы заряжаемся энергией, гуляя на нашей террасе.